посмотрите вокруг. Даже посреди города есть участки, участки пространства, мира, как хотите, которые отличаются от окружающего города. Здесь, в окружении старых домов, еще функционирующих, но откровенно старых, это не значит, что они плохие, они очень качественно построены, но дух старины, дух тех людей, которые начинали преподавать, я здесь сейчас в студенческом городке нахожусь, начинали преподавать, то есть учителей-новаторов, идейных людей, здесь это место пропитано людьми, которые здесь учились, которые здесь все начинали, которые делали, которые жили своим делом. Здесь мистическая обстановка, невероятная. Через камеру это невозможно почувствовать. Ну, я просто показываю. Вполне возможно, вы проникнетесь этим ощущением, которое здесь витает. Это невероятно. Можно сказать, мистическое, магическое место. Обалдеть. Стоят деревья, которые росли здесь с самого начала. Невероятное место. Здесь все тихо. В зданиях никого нету. Здания молчат. Здесь нет студентов, ну, соответствующее время. Здесь нет преподавателей. Время, потому что лето. Причем здесь еще вечер. Даже если кто-то был, никого здесь уже нету. Невероятно осознавать присутствие здесь духа прошлого. Невероятное ощущение пространства. Сами видели, вокруг сплошные дома. Я нахожусь в неком окружении этих домов. Стоит чуть-чуть за них выйти, другой мир, другая реальность. Это невероятно.